Ну, позицию, честно говоря, я в последнее время не следил за новостями, не знаю, какая позиция в России, но догадываюсь, что Россия категорически против там, военного вторжения НАТО и прочих сил зла в Сирию. Ну, я в этом плане, как бы, на стороне России, конечно, проклятые американцы и всякие разные эти натовцы, прочие фашисты, они не должны нападать на Сирию.